друзья, привет! Мы с вами сейчас находимся на ярмарке, которая называется «Старинные дни». И вот одно из первых мест, которые мы посетили, это предельная, небольшая предельная мастерская. Вот сейчас мы познакомимся с женщиной, которую зовут Нова. А по-ирландски это значит «новая», как вы догадались. Вот эта прекрасная женщина сейчас нам покажет, как она придет шерсть. Вот первое, что я хочу сказать, что вы посмотрите на это большое одеяло из шерсти. Интересно, вот это все происходит из одной только овечки. Представляете? И знаете, сколько это все стоит? Меньше, чем 2 евро. Вы представляете? Между прочим, у нас на Кавказе это все стоит, наверное, раз в 10 больше. Я знаю, что 300 грамм стоит 300 рублей. То есть здесь, наверное, килограмма 2-3. То есть вы можете понять, что это абсолютно за бесценок вы можете купить. Так вот процесс. Вот сейчас нам Нова расскажет, как она все это делает. Значит, сначала. Нова, could you tell us? What did you first? You cook small bits. First of all, you have to prepare the wool by teasing it out. То есть мы сначала берем и подготавливаем эту шерсть, как вы видите, вот такими движениями. So, that. And now you have all this nicely teased out. Это у нас то, что подготовлено. Это все мягкое и уже все расчесанное руками. Next we have to card it. Дальше у нас идет процесс дальнейшей расчески. И чем дольше вы это делаете, тем лучше будет качество вашей шерсти. And this makes it into a roll-like. И потом мы это сворачиваем в такие ролики. And from the roll-like, uh-huh. And then spin. А потом происходит магия. Магия получения нитки шерстяной. Посмотрите, как это делается. Вот now, этот секрет Нова узнала от своей бабушки. So now we're spinning and we fill two bobbins. Uh-huh. Two these bobbins. Заполняем две бобины. And then you spin them together, the two, to make two ply. И потом мы их потом сворачиваем в одну нитку. Из двух бобин получается потом одна нитка. Мы их скручиваем в одну. Вот. So this is just one. Yeah. Thread. And yeah. Then we make two, yeah. And then two goes and gets twisted together. Twisted together, okay. Yeah. Потом эти две накручиваются в одну. Вот такой интересный процесс. Ну а вот эти прекрасные создания, из которых создается нитка шерстяная. Мы сейчас их попробуем потрогать. Посмотрите, сколько всякой ерунды продается здесь. Вот это, между прочим, туфельки. Деревянные, которые можно поверить. Они такие комфортные, вы не представляете. Просто чудо. Какая прелесть. Said, good morning, Smithy, just the man I want to see. My daughter's pony threw a shoe. I was advised to come to you, and if you could replace it, I'll gladly pay your fee. His daughter brought the pony in. The blacksmith's eyes could not take in the beauty of the lady standing by the door. She smiled and said hello. Deep in his heart he felt. Boy, 'cause I ain't never seen nothing like a Galway girl.
Well, I'll keep you singing.